Мы находимся в отеле Сан-Мигель Парк Отель. Это остров Сан-Мигель и город Понта-Делгада. В нашем отеле, он четырехзвездочный, есть сауна. Сауны две отдельных, мужская и женская. Мы сейчас находимся в женской, пока никого нет. Вот души. Вот, вот здесь туалет, здесь раздеваться. И вот сауна. Ее тоже покажем. Заходи. Вот она такая небольшая. Но нормальная, абсолютно нормальная. Горячая, хорошая. Можно поливать. Вон поливалка. Вот. Температура. Сейчас посмотрю. Ты видишь температуру? Нет, это часы. Да, я тоже не вижу температуру. Но я могу сказать, хорошая. 90 где-то. 90 где-то, да. То есть до скамейки не прикоснешься вот без этой, без полотенца. Муж будет сидеть в своей полчасика, потом у него опять телефонная конференция, а я тут буду наслаждаться жизнью, кайфовать. Вот так вот получается. Ксюша бьет баклуши. Всем привет из Понта-дель-Гада!